Здравствуйте! Сегодня, как я и обещала, видео о 9 мая в Харькове. Естественно, там тоже не обошлось без провокации бендеровцев. Я лишь дам некоторые пояснения к видео, чтобы было понятно то, что вы смотрите. Сегодня на Украине официально запрещена любая советская символика, военная символика и тем более георгиевская лента. И, соответственно, вы там увидите, как человек на фотографии, разместивший георгиевскую ленту, как на него набрасываются полицейские. И в то же время стоят толпы бендеровцев у вечного огня, стоят с флагами Бендеры, красно-черный флаг – это флаг Бендеры. И в лицо ветеранам, в лицо тем людям, которые идут возложить цветы к вечному огню, кричат «Слава Украине! Героям слава! Слава герою УПА!» Ну, вы это все увидите в видео. И полиция их охраняет, полиция их не трогает. То есть этим людям дан карт-бланш. Они могут делать все, что угодно, их охраняют. Вот. Ну, как сопротивляется общество, вы все это увидите. Я просто вам чуть-чуть вот пояснила. В начале также шествия вы увидите очень много желто-голубых флагов. Значит, там было много людей, которые пришли не добровольно, скажем так, в добровольно-принудительном порядке. Чаще всего это бюджетники. Им раздавали флаги, то есть это такое обязательное мероприятие. Вот, скорбный день. День памяти, и музыка, соответственно, звучала грустная, печальная. Опять же, говорилось о Великой Отечественной войне, а речь шла о Второй мировой войне, когда там звучали официальные речи. Вот. Но те, кто шли с портретами дедов, с цветами, это уже основная масса, конечно, это люди пришли самостоятельно и пришли праздновать победу, отдать почести погибшим предкам. Вы сами увидите, что, как и в Одессе, щитом, защитой для этих людей являются наши военные советские песни. В лесах безмолвий смолистом, в полях притихших там и тут, из-под гранитных обелисков солдаты павшие встают, и в беспредельности разлуки сыновьих чувств не растеряв, беззвучно простирают руки. ОУН! УПА! Герои Украины! 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 Украина! Слава Тусе! Бандера! Шухевич! Герой Украины! 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 Ничего, когда-то вы все сядете.
Бесов корил. Убийцы. Мало их суд положили. Одесса спалили. Иди мою на висках. Это радость. Со слезами на глазах. День победы. День победы. День победы. Уже порвали негодяев. Хлопья. Не в Перу. Такие герои после этого оттуда. Да. Ничего нельзя сделать. Будет портить. Я в тупую взял, поставил. А ничего не приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Хочешь, уже я вас сложу? Фашист не пройдет! 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 За победу! Спасибо деду за победу! Разобьем и сейчас! Фашист не пройдет! Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! Фашизм не пройдет! 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 Ура! Ура! По дороге ходить затяжной! Ура! 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 Днем победы! Днем победы! Днем победы! Днем победы! Днем победы! Валя, привет! Нет, а ее уже нет. Все, 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 нет. Все, 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 до свидания. Не портите людям настроение. До свидания. Все, все, убрали за ней. Фашизм не пройдет. 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 Это вы затеваете скандал. Сдуваете скандал. Ничего не видно. Ничего не видно. Дайте, пожалуйста, фашизм не пройдет. 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 Нажились. Как крысы под деревьями сидят. Спасибо деду за победу! Ура! Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! Что-то ожидали подлюки! Мерзота! Не, ну и празднуйте у себя. Чего сюда приперлись? Вы знаете, нас объединил один человек, враг Путин. Нас не надо, при чем тут Путин? Да при все. Тогда у меня своя разборка. Так, у нас Путин. Если у вас Путин ни при чем, да то при тогда чем все. А кто кого победил? Боря и войны. Ну кто, советский народ победил. Война закончилась. А вы меня спрашиваете, молодой человек, война-то закла какая? Вторая мировая или отечественная? Вторая мировая. А, вторая мировая в сентябре 45-го. Да, на крейсере Миссури. Что знаю, а как же? Поэтому я сюда пришел, и меня возмущает. Да, там герои есть, которые погибли сегодня. Но там же есть герои, которые штурмбомбёрами. Знаете, я вам еще, знаете, одну маленькую вещь скажу, вы никого не обижаете. Были тоже около миллиона. Как вас зовут? Игорь Семенович. Игорь Семенович, очень приятно. Я вот, знаете, что сказать? 13 мая, через пару дней, мой сын возвращается из зоны антитеррористической операции. Скажите, пожалуйста. Вот
ему это нужно, защищать Украину? Вот сегодня нужно кому-то защищать Украину? Или мы будем с вами сегодня говорить о том, что какой-то праздник? У нас каждый день праздник. Я думаю, еще должны работать, первое. Второе, мы должны защищать свою Украину, которую сегодня пытаются порвать на части. Я бы сказал, не совсем так. Социальные вопросы я поднимаю постоянно. Я знаете, социальные вопросы, к сожалению, не интересуют сегодня. Я думаю, как другого. Правильно, для того, чтобы сюда не лезли наши враги, мы должны решать социальные вопросы. Кто их решает? Мы с вами, совершенно верно. А нас берут с вами, сталкивают губами. Вот я могу розмовляти українською мовою, а також могу говорити з вами російською. Потому что я русскомовный украинец. Я люблю Украину не меньше. Я работал по 12 часов, прицепщиком в колхозе. 13 лет. Я работал по 12 часов. А что я заработал сейчас? Смотрите, потому девушка, что, знаете, почему я не заработал? Девушка стоит, потому меня что снимает. Потому что я честно работал. Потому что... Запрещенные силы. Так это же запрещены. Знамя Победы в Великой Отечественной войне красного цвета. Вот скажите, это мы же говорим о том... Я считаю, что это правильно. Но что в этом правильного? Это ж лента прошла всю историю. 100 лет этой ленте, как у нас учреждена. У нас очень много кто... Слава Украине! Ну что, даже... Слава нации! Смерть врагам! Украина! Вот это все! Скажу вам сейчас... Я разделяю... С днем победы! Ура! На сонин день из журавлиной стаи я подлечу в какой-то синем мле, и по небес по птичьи окликая всех островов оставил на земле. Слава советским воинам, защитившим нашу Родину! Ура! Давайте, Катюшу! Уйди, Альфонсу, давайте! Витя! Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Слава права. Это праздник. Сединою на листах. Это радость. За всю заднюю слава. День победы. Бессилен он, сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Да. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!